Сегодня мы покажем тебе, как добиться свежей и сияющей кожи с помощью основы под макияж и прессованной пудры. В первую очередь нанесем увлажняющую основу под макияж. Обычно я наношу небольшое количество средства на кожу руки, как на палитру, а затем равномерно распределяю основу по всему лицу. Эта основа обладает радужным эффектом. Она притягивает свет, и он будет отражаться от твоей кожи. После того, как ты нанесла увлажняющую основу, возьми чистую кисть и проведи по контурам лица, для того, чтобы основа была распределена равномерно. Затем нанеси тональную основу. Удели особое внимание щекам и не останавливайся на линии скул. Наноси средство на всю поверхность лица до шеи, чтобы добиться ровного тона. Тональная основа очень важна, если ты стремишься избавиться от покраснений кожи. При нанесении тональной основы важно не натягивать и не морщить кожу. С помощью кисти для основы ты сможешь нанести средство очень нежно и позволишь ему идеально лечь на твою кожу. На следующем шаге мы закрепим основу с помощью прессованной пудры. Для лука из нашего урока нанесем пудру только на Т-зону. Возьми пудру на мягкую кисть и нанеси ее вдоль лба и на линии вдоль носа, совершая легкие вращательные движения, чтобы пудра легла на твою кожу равномерно. Итак, мы только что нанесли основу под макияж, которая помогает твоей коже выглядеть сияюще прекрасной.